Мало кто в Самарской губернии может похвастаться игрой на саратовской гармошке. Сложный инструмент, говорят профессионалы. А для Николая Сергеевича Леонтьева это увлечение еще с детства. Теперь оно призванием стало. Свыше 40 лет он работает преподавателем в Суходольской детской музыкальной школе. Мечтал о море и кораблях. Даже служил на флоте. И быть ему в дальнейшем моряком, но судьба распорядилась иначе. Стал профессиональным музыкантом. Гены взяли свое. Родом он из маленького села, что в Высоклинском районе губернии. Рассказывает, в их семье всегда любили петь. Мордовские и русские традиции переплетались. Отец и мать нот не знали, но хорошо подбирали мелодии на слух. Николай Сергеевич рассказывает, как впервые услышал по радио целый симфонический оркестр. С тех пор твердо решил научиться играть. До сих пор он помнит свою первую, подаренную еще отцом, гармонь. Гармонь хромка, двухрядная хромка. Что значит хромка? Хроматический звукоряд. То есть у него, как у баяна или у других инструментов, звук один и тот же, на разжим и нажим. Не меняется. А русский строй, к чему относится его саратовская гармонь, там одну клавишу нажимаешь, на разжим один звук, а нажим другой. То есть кнопок мало, а звуков в два раза больше. Но там нужно все регулировать мехом. И это, конечно, трудно и непривычно. Здесь проще на этой гармонии, на баяне. Гармонь – инструмент интернациональный, вообще не особо не требовательный, а потому у всех народов популярный. У татар она вот точно такая же, как саратовская, практически татарская. Хотя татары играют и на такой гармонии сейчас играют. Да, эта гармонь практически и чуваш, и мордва, и татары, украинцы, белорусы. Практически все пользуются этим инструментом, таким инструментом. Знаток традиций, он всю жизнь учится общению с людьми, перенимает все ценное, что есть в культуре разных народов. Много приходилось мне бывать среди народа, потому что, конечно, первый парень на деревне с гармошкой, да, и там потом и с баяном. Очень много песен народных я, конечно, слышал и на слух подбирал под них, аккомпанировал. Очень-очень много песен и русских, там и украинских, и мордовских. В частности, у моей матери было еще 3 сестры, 4 сестры. У всех хорошие голоса. Они пели и русские песни, и мордовские песни. Николай Сергеевич уже давно на пенсии, но его класс в школе никогда не пустует. Сегодня ему есть кому передать свой ценный опыт и знания о культуре другого народа, о себе самом. Удивительное рядом. Нужно только захотеть это увидеть. Фотограф Людмила Мельниченко открывает для себя Самарскую губернию. Многоликую, разную, яркую и родную. На очередной фотовыставке множество людей. Еще бы, ведь ее герои – обычные люди из Кинельского района, самых разных национальностей. Фотографией я увлекалась со студенческих лет, но всегда для меня это было хобби, потому что я хотела работать журналистом, хотела работать на радио или на телевидении, и фотокорреспондентом я себе вот стать, такой задачи я себе не ставила. Но у нас было фотодело, поэтому был куплен фотоаппарат. Вот, он как-то в жизни присутствовал. Людмила родом из небольшого поселка, затерянного в степях Оренбуржья. После школы, удивив сельчан, уехала в Петербург. Здесь у нее все сложилось удачно. Учеба на журфаке, друзья, интересная работа на радио. Все изменилось в одночасье. Тяжело заболела мама. Пришлось оставить Питер и перебраться в Самарскую губернию, в поселок Усть-Кинельский. Здесь за 2 года она сохранила своих самых дорогих людей. Преодолеть потерю близких помог фотоаппарат. Она снимала то, что было поблизости. Соседского кота, забор, дома напротив. Подмечала каждую деталь. В одно село, в другое село Кинельского района. И в какой-то момент я поняла, что я Кинельский район и близлежащие районы, и даже Самарскую область, знаю лучше, чем местные жители. Я им о чем-то рассказываю. Я набрала много краеведческой литературы, стала это читать, вот, фотографировать, стала делать выставки. И в какой-то момент люди говорили: ну надо же, мы не знали, что у нас так красиво.
И главное, я-то ведь уже научилась благодаря фотоаппарату видеть красоту. И я вот эту красоту выискиваю здесь, в нашем, так сказать, мире, да, вот в этой вот в деревне. И уже сама ею любуюсь, потому что я ее уже вижу. И людям это показываю. Особым поворотным моментом стало сотрудничество с Самарским домом дружбы и национальными общественными организациями. Так в ее творчестве настал важный этап. Новые проекты «Многоликое междуречье», «О мои самарские казахи», «На фото», «Сплетение характеров и эмоций», «Мир многонациональной деревни» завораживает. Вот эти слова о многонациональности, да, нашего края, они действительно подкреплены фактами. Вот в нашем поселке, где я живу, там тоже 2-3 тысячи человек живет, не больше. Но я вас уверяю, там, наверное, национальности 40 на сегодня. И все живем мирно, хорошо. Вот. И особенно приятно видеть, когда вот такие вот моменты встречаются, когда русский мальчик, надев тюбетейку казахскую, тащит мальчишку-казашонка на закорках, да? Ну, просто как можно пройти мимо такого момента? Нет, конечно. Она находит красоту в каждом мгновении жизни, в каждом человеке, независимо от национальности, за что благодарна Самарскому краю. Сегодня Людмила занята масштабным, по кинельским меркам, проектом, созданием фотопортретов каждого из 12 поселений района. Влюбленная по собственному желанию, свою профессию, село и его жителей. Она возвратила нам то, что мы, привыкнув и проходя мимо, не всегда замечаем. Последние несколько часов на самарской земле эти шестеро проводят в наручниках, ожидают свой самолет. Он отвезет их на родину. По российским законам у этих иностранцев больше нет оснований находиться на территории государства легально. Кто-то думает о том, что его ожидает после перелета, а кто-то безостановочно звонит по телефону. Все перемещения строго контролируют сотрудники службы судебных приставов. С этого года они занимаются выдворением нелегалов. Тех, кто незаконно находится на территории российского государства. Ну, незаконно проживающие граждане, это значит что? Значит, у них нет документов, оправдывающих пребывание в Российской Федерации. То есть у них есть свои паспорта, своих республик, но нет разрешения на осуществление какой-нибудь трудовой деятельности. Сами понимаете, сейчас квоты выставляют на рабочую силу на иностранных государств. Поэтому задерживаются они сотрудниками полиции, доставляются в миграционную службу. Миграционная служба проверяет, законно или незаконно они находятся на территории Российской Федерации. Если незаконно, иностранцев доставляют в суд, который принимает решение о выдворении. А провожают до аэропорта или вокзала иностранцев сотрудники службы судебных приставов. Сегодня рейсом Самара-Ташкент летит Рифат Сергиенко. Он гражданин Узбекистана. Приехал в Самару вместе с сестрой еще 10 лет назад. Работал водителем. Проблем с документами не возникало до тех пор, пока не закончилась регистрация. Сегодня Рифата депортируют на родину. Его сестра, гражданка России, остается здесь. Она и была в Узбекистане уже гражданка, получала оттуда спасательство. А почему у вас не получилось там оформить как-то документы, я не знаю, легально здесь остаться? Ну, было разрешение на работу, регистрация, работал, пока все закончилось. Надо вот собирать документы, какую-то медкомиссию проходить. Собирать документы теперь не придется, по крайней мере, еще ближайшие 5 лет. По российским законам, именно столько времени человек, нарушивший миграционное законодательство, не сможет ступить на российскую землю. Сегодня эта история одна на всех шестерых. Джохангир приехал в Самару на заработки. Для того, чтобы сделать разрешительные документы, обратился к посредникам. Они деньги взяли, но ничего не сделали. Итог печален. Очередное нарушение закона и выдворение. Вот документы хотят делали. Мы деньги дали, не делали. Вот поймали, задержали, вот домой идем. Эти граждане перебивались случайными заработками, трудились у разных частных лиц, неоднократно попадались на различных нарушениях, но оформлять все необходимые документы так и не стали. Попавшись еще раз, получили самое строгое наказание. Решение о выдворении этих граждан было принято незамедлительно. Обойти закон этим нелегалам из Центральной Азии в этот раз не удастся. В 5 утра сегодня их забрали судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов из спецприемника. Доставили на автобусе в аэропорт Курумыч. В настоящий момент они находятся в Курумыче. Где-то за 1,5 часа до вылета самолета в Ташкент они будут доставлены до пограничной зоны, пограничной службы ФСБ России и переданы уже
пограничников. Все документы нелегалов на руках у сотрудников службы федеральных приставов. Согласно правилам, иностранцы проходят все этапы регистрации, после чего ожидают своего рейса. Во всем мире очень принято, если нарушаешься... какое-то нарушение делаешь, или паспортный режим нарушаешь, или еще что-то, то у тебя выдворяют из страны, и ты не имеешь права 5 лет попасть ни в Евросоюз, или еще куда-нибудь и тому подобное. В некоторых странах это жестче бывает, например, в Соединенных Штатах и в Израиле, там полностью могут сказать, что никогда ты не прилетишь туда. А так, общемировая практика, 5 лет. Миграционная служба ставит в их паспортах штамп о выдворении, и... При попытке получить визу в какую-нибудь другую страну, сами понимаете, посольство обратит внимание любой страны на этот штамп. И, разумеется, им будет отказано. Зал ожидания, стойка регистрации самолета, аэропорт. Вот и все, что теперь увидят те, кто уезжает из России. То немногое, что останется в памяти нарушителей. Ведь как только они ступят на родную землю, обратно они не вернутся в течение ближайших нескольких лет. Согласитесь, достаточно обидно уехать на заработки, потратив на это деньги и время, и потом вернуться ни с чем, да еще в качестве преступника. Знакомьтесь, председатель правления общественной организации Лига азербайджанцев в Самарской области Ширван Керимов. По профессии он адвокат, а по призванию – идейный вдохновитель и организатор. Родом Ширван Мурватович из небольшого азербайджанского села, от него до Баку 400 километров. Столь солидная удаленность от центра его учебе не помешала. Еще в школе за отличные успехи победителя Всероссийской олимпиады наградили путевкой в Артек. Дальше был Бакинский политехнический университет, служба в армии, в секретных войсках. Ему прочили карьеру в научном мире на родине, но все изменила Самара. Сюда он приехал к брату всего лишь на неделю, а остался на всю жизнь. Здесь у меня работа пошла, дела пошли, потом же второе высшее образование здесь получил. И потом уже как возглавил организацию, и началась уже публичная деятельность, общественная деятельность. И так 20-й год идет, как я в Самаре. Но это судьба, так скажем. 20 лет на самарской земле для него – это колоссальный опыт общественной деятельности и профессиональный. Он несет огромный груз ответственности за своих земляков, за тех, кто сегодня имеет возможность жить и работать в губернии. Самое главное – это люди, это та аура, которая не только я об этом говорю, и все мои соотечественники об этом говорят, и люди, которые из Азербайджана в гости приезжают, и... даже из других регионов России они признают, ну, я думаю, эта аура и создается не только жителям и историей, вот, которая принадлежит Самаре, ну, благодаря вот, именно представителям вот, более 135 национальностей и благодаря мирному сосуществованию. Общественная работа занимает много времени. К нему приходят люди со своими проблемами и заботами. И он не может им отказать. Ведь по статистике, свыше 60% азербайджанцев, которые проживают в Самарской губернии, мечтают остаться здесь насовсем. Совет представителя своего народа в нашей традиционной рубрике. Изучить русский язык и, конечно, уважать. Вот обычаи и обряды того сообщества, которому они уже решают дальше жить и ну, трудиться, работать. Люди иногда создают семьи, поэтому ну, первым делом вот, хотя бы нормы элементарного поведения вот, того государства, той страны, того сообщества, в котором они дальше будут жить. Керимов уверен, человек живет там, где ему комфортно, а потому его главной задачей на сегодня – это служить обществу и улучшению межнациональных отношений.